Дамы и господа, добрый вечер. Добро пожаловать на Faces TV. Долгожданный гость у нас сегодня. Господин Шалару, добро пожаловать. У вас новая летняя форма одежды. Да. Но надпись все та же, да? Немножко стилизована. Стилизована. Чуть-чуть да. По-другому. Русский военный корабль опять идет по назначению. Идет, да? По уже не первый, уже там да. Сколько их? Четыре. Больше. Больше, да? Ну, опа, у нас кошка. Оставим ее? Не будет мешать. Это наш этот консилиум координатура аудиовизуал местный. Господин Шалару, вы на днях посетили Киев, так я понимаю, с неофициальным визитом, или как это было вообще? Я как частное лицо приехал, но по приглашению официальных лиц. Все понятно. Неофициальная официальная поездка. Ну, это не последняя. Это первая, но не последняя. Да, я так думаю, что в следующий раз вы пригласите и нас. Посмотрим. С собой, да, потому что хочется посмотреть все на месте, как это выглядит. Я хотел бы попросить вас рассказать о том, как обстоят дела в Украине. Четвертый месяц военных действий, четвертый месяц жертв, разрушений, катастрофы. Сегодня я уже прочитал в Фейсбуке о том, что был утвержден план восстановления Украины. Я не очень понимаю, как осознаю это дело, до завершения войны еще далеко. До завершения войны еще далеко, но уже просто первый раз с кошкой. Да. Дело в том, что это не план по восстановлению Украины, это план по модернизации Украины. И давайте я все-таки заберу, потому что она будет нам мешать. План в размере 750 миллиардов да. евро. Да. Это огромная сумма, и я думаю, что это не окончательная сумма. И что эта сумма увеличится в зависимости от необходимости модернизации тех отраслей, которые европейские партнеры посчитают нужным. Война сейчас носит ограниченный региональный характер. Они стреляют по мирным городам, они... запускают ракеты в сторону городов и сел Украины, в сторону инфраструктуры. Это продолжается, но Россия дошла до такого уровня, когда уже нет сил принимать большие усилия и начать оккупировать остальную территорию Украины. То есть уже у Россия выдыхается? Вы считаете? Россия уже выдыхается. Сами видели, как Путин сейчас объявил, что вот в связи с тем, что взяли какие-то там еще населенные пункты в Луганске, армия нуждается в отдыхе, они должны восстановить силы и так далее и тому подобное. У России нет сил дальше, потому что сейчас единственное, что задерживает Украину, это оружие и... боеприпасы. Который обещал Запад. Обещал Запад, который еще не Запад. И Запад я здесь рассматриваю немножко разные там зоны, разные страны Запада, которые помогают по-разному. Некоторые только обещают, как Германия, Франция, Италия. А некоторые на самом деле помогают из всех сил. Все ждут ленд-лиз, это около 40 миллиардов долларов, но ленд-лиз это не пошел в магазин и купил хлеб и кефир. Ленд-лиз это немножко по-другому, там запускается промышленность. Если даже по джавелинам, джавелин не производится в Америке. Байден лично поехал к этим заводам, которые производителям убеждали их в необходимости возобновить производство. Но там уже нет этих людей, нет этих станков, там нет смежников, там по горизонтали еще десятки или сотни компаний, которые участвуют в производстве джавелинов. И не только джавелинов, даже те «Хаймарс», даже «Патриот» и другую военную технику нужно производить с нуля. Там очень сложный вопрос. Это не один день, не два дня, уже два месяца прошло, и скоро, я думаю, что это начнется. И в тот момент, когда Украина получит то, что им было обещано, никто и ничто, и ни одна сила в этом мире не сможет помешать Украине освободить свои земли. Я был во многих местах сейчас, был в Одессе, в Киеве, в Буче, Ирпень, в Гостомеле.
Я говорил со многими людьми, с военными, сопровождали меня военные везде. Нигде я не видел такого морального, такого духа, военного, боевого духа, как у украинцев. Нигде. А я был 5 лет в Ираке во время войны. Я знаю, что это такое. Я помню Приднестровье. Я знаком с многими странами, где так или иначе были боевые действия. Это можно сравнить с Израилем, где весь народ стал как заодно и воюет до конца. И здесь можно, не знаю, с Великобританией в начале Второй мировой войны, когда вся Британская империя, вся страна, все как один поднялись на защиту своей страны, на защиту Родины. И сейчас Британия, как и в 1939 году, в 1940 году, по 1945 год, опять во главе локомотив во главе вот этой нацистской силы. Потому что сейчас нацизм представлен Россией. Раньше был представлен Германией, сейчас антинацистской силой, вы имеете в виду, Великобритания. Да, антинацистской силы, да. Господин Шалар, у меня часто возникает вопрос. Вот уже стало это притчей во языцах, даже перешло в стёб какой-то. Не макронь меня. То есть перестань мне звонить. С чем связаны вот эти вот постоянные звонки Макрона Путину и эти поездки туда-сюда, переговоры? О чем говорят эти? Может, вы в курсе? Вы все-таки общаетесь на более высоком уровне, чем мы, журналисты. Ну, что Макрон просит? Же что опубликовал. Хочет? Они вроде бы все время хотели уговаривать Путина, чтобы не напасть на Украину. Они знали, что нападут, и Путин косвенно или открыто он об этом говорил, но, наверное, и Макрон, и Шольц, и другие боятся победы Украины. Они боятся терять свою посредническую роль между Западом и Россией. Они всегда имели хорошие отношения с Путиным, они всегда решали вопросы в Украине. Представители бизнеса этих стран свободно, вольготно работали в России. Они даже под санкциями находили. Да, путем. И под санкциями сейчас находили, да. И не надо забывать, что Шольц, когда был министром экономики, по-моему, или финансов, он предложил Америке 1 миллиард евро, чтобы отказаться от санкций против «Северного потока-2». Так что здесь связи, они не с сегодняшнего дня с утра начались, они давно. Это все заложено давно. Это давно. Это куплено и продано. Да, и Германия и сейчас просто тянет резину, тянет, и они по чуть-чуть только дают там какую-то помощь, но они не понимают, что Россия, у России другие планы, они не совпадают с планами Шольца и Макрона. У России планы — это всемирный хаос. У Путина планы, вот я разговаривал со многими людьми из Америки, они говорят так, и я тоже согласен с этим, и мое мнение такое же, они хотят создавать хаос. Хаос в Европе, в мире. Экономический, финансовый. Они хотят запустить этот голод на всемирном чтобы уровне. Потом? Чтобы потом 10, 15, 20 миллионов мигрантов из Африки, из Азии обвалить Европу. И чтобы народ Евросоюза начал протестовать против своих правительств. Чтобы здесь тоже был хаос, чтобы здесь был кризис. И чтобы Путин появился как освободитель Европы, как человек, который решает все проблемы. Чтобы ему, как говорила Далия, бывшая президент Эстонии, она говорила, что русским, но я не имею в виду русских, которые живут здесь, а россиянам, им хватает капуста и водка, им больше ничего не надо. И если у них будет водка и что-то там еще покушать, они согласятся с войной против всего мира. Потому что сейчас и Европа, они все поняли, что они не воюют с Путиным, они воюют с Россией. 85-87% всего населения России поддерживает убийство мирных украинских граждан, украинских детей, женщин и стариков. Они это поддерживают. Они согласны. Были некоторые, которые раньше не поддерживали Путина, а сейчас они поддерживают, потому что он начал войну против Украины. Они считают, что правильно сделал, давно надо было этого делать.
Ксмир Саларов, а вот я все пытаюсь понять, действительно ли существовала реальная угроза для России со стороны Украины, о которой говорят постоянно и кремлевские идеологи, и журналисты кремлевские, и сам Путин, и господин Медведев, что если бы мы не начали это сейчас, то тогда бы Украина напала бы на Россию. Я вообще себе не очень представляю нападение Украины на Россию. Может быть, они, как бы заявляла и первый, и второй президент, ну, я имею в виду, вот после 2014 года, освободили бы Крым, да? Но не безумие ли это Украине напасть на Россию? Украина не могла освободить Крым, потому что у них был закон, который предусматривал, что освобождение Крыма возможно только мирным путем. Угу. Значит, военный вариант отпадает? Военный вариант отпадает. Но даже сами россияне не знают, почему они напали на Украину. Потому что с тех пор, как началась эта война, они десятки раз поменяли цель этой войны и причины. Это не война, это спецоперация. Да, для них и для нашей Академии наук это спецоперация. Зачем зачем этот термин используется, спецоперация, военная спецоперация? Почему не назвать это войной? Ведь это полноценная война. Потому что спецоперация, ее можно заканчивать в любой момент и удовлетворяться любыми результатами. То есть пути для отступления есть? Пути для отступления есть, и в случае, если они получат по голове хорошо, и это будет, то они могут сказать, что вот... цели нашей спецоперации было защитить русский язык в Украине. Угу. Это что-то эфемерное, это что-то нематериальное. Да, мы его защитили. Сейчас он живет, ему все хорошо, и его все уважают. И Украина обещала не вступать в НАТО. И а если война, то должны быть цели, должны быть причины. И еще война, это означает всеобщая мобилизация. Это означает... Сотни тысяч мобилизованных. Это крах экономики. Крах экономики, крах финансовой системы. И война без причин, это означает еще очень сильные, мощные санкции. Но когда Путин начал эту спецоперацию, он подумал, что за 3 дня мы возьмем Киев. Никто не успеет опомниться. Никто не успеет опомниться, потом начнем переговоры. Мы провели спецоперацию и ее закончим, когда мы захотим и с какими результатами мы захотим. А так, если война, то должна быть причина, должна быть и провокация, должны быть очень много таких, я знаю, факторов, которые как бы оправдали начало этой войны. Но этого не было. Они сказали, что мы воюем с нацистами, денацификация Украины. Война не может быть не спровоцированная война, не может быть оправдать денацификацию Украины. А так нашли всех нацистов, отправили их в лагерь и все. А в Харькове тоже нацисты? Да. Русский город? Давайте мы будем говорить о Мариуполе, потому что Марик, как говорят в Украине, Мариуполь, это самый пророссийский город в Украине. Там 85% населения... Его стерли с лица земли. 85% населения ждали русского мира. Они все были за. Они все ждали Путина. Это был самый-самый пророссийский город Украины. Украине, да. И они начали с этим. Это говорит о том, что цель Путина не была только Украина. Ему было все равно, что о нем подумает. Ему главное пойти дальше. А дальше у этой войны есть два исхода. Угу. Это победа Украины, которая не должна закончиться на границе с Россией. Весь мир должен принять меры, чтобы демилитаризировать, денацифицировать Россию и депутинизировать Россию. Потому что если не через 2, через 5, через 10, 15 лет, любой, кто будет на место Путина, даже Навальный, он все равно наберет силы и опять пойдет на Украину. Ну, Навальный открыто поддержал аннексию Крыма. Поэтому он всегда был и против Грузии, и против нас в связи с Приднестровьем. Он такой же великорусский шовинист, только у него более такие... Более интеллигентные, да? Более интеллигентные методы внутри страны. Угу. А внешне? А внешне у них разница небольшая. Даже вот со времен царской России внешняя политика России не менялась. И второй, да. это победа России. А победа России означает всемирная трагедия. Это означает, что Россия не остановится в Украине, она пойдет дальше. И даже маленькие натовские страны, как прибалтийские страны и другие,
будут в это самое в опасности, потому что Путина уже ничто не остановит. Я не могу понять одну вещь. Здесь парадокс какой-то. Значит, у Путина не хватает сил, чтобы победить Украину. Какие тогда планы могут быть по захвату Молдовы, Польши, Прибалтики и так далее? Так, если бы он захватил Украину, он бы пошел дальше. Значит, дело в том, что вся разведка ему неправильно докладывала о состоянии дел в Украине, о состоянии дел армии, о моральном духе украинской и российской армии и так далее. И он считал, он верил в том, что за три дня они возьмут всю Украину. Ну, об этом даже Лукашенко говорил. Да. 2-3 дня. 2-3 дня, и он возьмет Украину. Сейчас у него не хватает силы, и сейчас их лозунг, если ты заметил, у пропутинцев это то, что кто не хочет мира, тот хочет уничтожения России. Тот хочет поражения России. И это началось с министра внутренних дел Сербии, который в брифинге, в пресс-конференции говорил, это после того, как не пустили туда Лаврова, он сказал, что вот эти, которые не хотят мира, они за поражение России. Значит, Россия за мир, а весь мир, который против России, значит, все за войну. А сейчас Украина не хочет такого мира. Даже если бы Зеленский сказал, да, я согласен, его бы сместили бы на второй день. Потому что вся Украина воюет. Сейчас центр принятия решений в Украине, это не на Банковой. Не на Банковой. Нет. Где? Это везде, это народ, потому что народ, весь народ воюет, весь народ борется. И 86% населения Украины, они не хотят никаких переговоров с Россией. И даже и американцы сказали, мы за мирные переговоры тогда, когда будет выгодно Украине, когда Украина будет с позиции силы. Не сейчас, когда Россия хочет заключить мир, с условием, что она сохранит контроль за этими территориями, которые захватила. И отмена санкций. И отмена санкций, и много чего-то там. При том, что они говорят, что санкции на них дурно не влияют, что наоборот усиливают российскую экономику и страну в целом, и народ, закаливают и так далее. Но вот мы обсуждали здесь вопрос, потом они ссылаются на советский период, что тоже советский период постоянно жил с санкциями и так далее. Но Советский Союз был самодостаточным государством. Советский Союз, он не жил под такими санкциями. И когда ввели санкции против нефтепровода «Дружба» и против других, там, против экспорта газа и нефти, Россия, Советский Союз рухнул. Афганистан, нефть и газ помогли Советскому Союзу рухнуть. И он рухнул. И сейчас многие страны живут по 5, по 10, по 15 лет под санкциями. Но это диктатура, это не демократические страны. Это страна Венесуэла, это Иран, это Северная Корея. Если россияне хотят жить в Северной Корее, то welcome, пожалуйста. Для них это не проблема. Возможно, это не проблема, но есть люди, которые тоже думают и в России. И они все надеются, что скоро все закончится. Если не закончится в этом году, то в следующем году договорятся. Но они все думают, что как Россия победит, уничтожит Украину, все станет на свои места, и всем будет хорошо, и всем только будет начало. Весело. Господин Шалар, я вот не очень понимаю, прошла такая информация, она потом усилилась, и часто поднимается этот вопрос о том, что Макрон, Шольц постоянно звонят Зеленскому и предлагают ему пойти на уступки, отказаться от Херсона, Донецка, Луганска и Запорожья в обмен на прекращение войны. Я не могу понять одну вещь. Неужели до этих людей не доходит то, что Россия не остановится там и скоро начнет вторую волну и пойдет дальше, это потихонечку приблизится к границам Евросоюза. Люди это не понимают, они недальновидны или что? Вроде бы не скажешь, президент Франции не может быть идиотом, президент Германии тоже не может быть идиотом. Почему так происходит? Ну, почему не могут быть? Могут быть. Легко? Легко, это не проблема. Сейчас в Европе, не в Евросоюзе, есть один лидер. Вернее, два. Это президент Польши и это премьер-министр Великобритании. Остальные это бюрократы, которые случайно дошли путем там каких-то договоренностей, кулуарных таких закулисных переговоров. Это компромиссные фигуры, которые
заняли вот такие места. И есть еще Зеленский, который, в котором никто не верил раньше. И он, я не сужу о нем по его внутренней политике, на внешнем, то, что касается внешней политики, он проявил себя как лидер международного уровня, как храбрый, как человек на своем месте, который возглавил вот это сопротивление. Для меня это было поразительно. Ну, играть – это одно, а вот оказаться интеллигентному человеку, актеру, артисту, оказаться вот один на один с… Я помню первые дни, когда он просил весь мир помочь. Я не знаю, я бы просто сбежал, мне было бы страшно. Ты знаешь, что ну, на тебя найдет такая армада. Ну, он тогда ответил, я просил патрона, я просил оружие, а не такси. Да, и ему же и предлагали эвакуироваться. Да, предлагали, потому что все верили, что Россия победит. Правда ли? Даже американцы. Серьезно? Да. Правда, как у них разведка так хорошо работает? Дело в том, что разведка, они знали, что победят. Вот сняли начальника разведки Пентагона, по-моему, за то, что он неправильно оценил состояние украинской армии. Он докладывал, что за 3-4 дня Украина упадет, но этого не случилось. Мирчиджиана сказал, что все 8 лет мы готовили украинскую армию и обучали ее по типу современной армии НАТО. Мы не сидели сложа руки. Ну, это не Мирчиджиана. Джоанна сказал. Он сказал, и да. Многие говорили, не только он, это сказали все. Я даже был в этих центрах подготовки в Украине, где готовились. Это были сержанты американской армии, которые... Россияне знали об этом? Они знали об этом, но было мирное время. Они много об этом говорили, но что поделаешь. Когда американцы хотят помочь, и англичане, они помогли сильно. И уровень, средний уровень украинской армии, украинских солдат, офицеров, специалистов, он намного выше, чем среднестатистический, даже по эти химарсы. Химарсы. Что это за оружие, вот эти химарсы? Что они из себя представляют? Это очень точное оружие. Это ракеты? Реактивные снаряды. Реактивные снаряды, которые имеют в диаметре 23 сантиметра. Их очень трудно сбивать. И там это модульная система, и там снаряды могут быть от 50 километров до 360. Ого-го-го. И там меняются какие-то модули, и они очень точные, очень быстрые. Их почти невозможно сбивать. И это очень эффективно. И поэтому... Аналогов в России нет? Нету. И не могут быть. Для того, чтобы построить вот такое оружие, нужно, чтобы в России слово «наука» не было ругательной. Ругательское слово. Хорошо сказал. Я вот разговаривал с несколькими историками, с учеными, и они говорили, что для них неудивительно то, как поступает Макрон, потому что Франция никогда ни с кем не воевала. Даже если вспомнить вот победоносное шествие Гитлера по Европе, Франция сдалась тут же и так далее, и так далее. То есть для нее вот это является как бы нормальным абсолютно. Что-то отдать, только сохраниться. Нужно увидеть разницу. У Франции великолепная армия. Боевой дух армии очень высокий. Очень хорошо подготовлена, очень хорошо оснащена. Но политическое руководство страны, к сожалению, Великая Франция, она дошла до того, что выбирала между Макроном и Ле Пеном. Франция, которая дала столько миру, столько военноначальников. Деголь, да? Только один чего сказать. Ну и Деголь тоже был. И Наполеон, скажем, да. Деголь тоже был левым. Ну. Он был... И Деголь, ему повезло, что после Второй мировой войны, когда подписали этот акт о капитуляции, Сталин, он сильно настаивал, чтобы Францию объявили победителем во Второй мировой войне, хотя она не воевала. И когда подписали капитуляцию в мае, или в конце апреля, в начале мая, в Берлине, там этот фельдмаршал, или какой-то, забыл, как назвали этого немца, он посмотрел, увидел, что там и французы, он говорит, вы тоже нас победили? Потому что Сталин настаивал, у него была договоренность с французами о том, что они будут всегда штрейкбрехерами. И они всегда были слабое звено в НАТО, они
вышли из НАТО одно время, они всегда были против американцев, и они выполняли всегда политику России. Да, Деголь сколько раз он был в Советском Союзе, это лучший друг Советского Союза, и у Франции всегда была такая просоветская политика внешняя. И вот французы... Почему они присоединятся к Российской Федерации? Вот, ну, почувствуют это... А почему бы не предложить Макрону отдать кусок Франции взамен Крыма и Украины. Почему бы и нет? И в Германии то же самое. Нету таких, как Хельмут Кол и других великих людей. Сейчас благополучие вот этой в Европе породило такую классу посредних таких... Я понял. Да. Господин Шаларов, нет личностей. Почему вот это противостояние? Я всегда, ну, в моем видении Европа и США это консолидированный Запад. Почему вот это противостояние в последнее время усиливается все больше и больше с каждым годом между США и Европейским Союзом? Это что? Борьба за финансовые потоки, борьба за ресурсы, что? Борьба за влияние. В чем проблема? Нет, это полезные идиоты Путина, которые являются продолжителями это самое, щупальцев в России, и они выполняют вот заказы Путина. А вспомните, в последнее время, кто был против США в Европе? Это были французы всегда, они заодно были с Россией, это была Германия, это Меркель. Меркель, которая выполняла все заказы Путина. И когда Трамп сказал Меркель, что вот прекратите финансировать Россию, вы даете Путину деньги, а требуете, чтобы мы вас от него защищали. Да, но они не могут отказаться от энергоресурсов. Они настолько сильно привязаны. Это не так. Это не так. Потому что когда Меркель пришла к власти, доля импорта российского газа на рынке Германии было 25%, 20-25%, что это было нормально. А потом она отказалась от атомных электростанций, от угля и от других. В пользу газа? В пользу газа, потому что Путин обещал давать ей дешевый газ. И сейчас у нее доля зависимости это 45-50%, если не больше. То есть тоже несложно перестроить опять же экономику? Несложно, но вот сейчас в июне и в июле уже... импорт газа, сжиженного газа из Америки превысил долю импорта газа из России. Даже так? Потому что наш Байден, который является неомарксистом, с левыми взглядами, он озабочен потеплением. Угу. Всеобщим потеплением. Старая байка. И он запретил некоторые вот крекетинг, вот этот метод обработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах. Это дешевый, но, наверное, больше там получается вредных выбросов. Он запретил. Также он запретил нефтепровод из Канады в Техасе, на юге США. Он запретил многие методы добычи нефти. И добыча в Америке упала. После Трампа, во времена Трампа Америка была на первом месте в мире по экспорту энергоресурсов, а потом она стала импортировать. Потому, make America great again. Да, потому что Байден сразу отменил все решения, которые принимал Трамп. Это первые недели он все только отменял сидел и отменял. И, да, сидел и отменял. Но вот смотрите, в 50-60-е годы Советский Союз понял, что он не может догнать Запад по развитию. И по металлургии, и по тяжелой промышленности, по легкой промышленности, по всем. И тогда они нашли выход из положения. Они начали финансировать вот эти экологии какие-то организации на Западе. Начали их создавать. И, чтобы ставить палки в колеса за да, развитию промышленности, потому что это вызовет всемирное потепление и потоп и так далее и тому подобное. То есть были выдуманы теории? Были выдуманы теории, но
Сейчас все это ставится под сомнение, потому что потепление, ну, периодически происходит, независимость. Да. 8 тысяч лет тому назад между Францией и Англией в Ла-Манше не было воды абсолютно. Это было... Сколько лет назад? 8 тысяч. А. А потом, сколько тысяч лет назад, потепление произошло и появилась вода. Но это все на руку России и Газпрому, потому что они хотят, чтобы весь мир зависел от российского газа. Вопрос такой. Я смотрю сводки, которые регулярно появляются от украинского Министерства обороны. И если первые полтора-два месяца, два с половиной, да, скажем так, потери российской армии были катастрофические и ужасающие, то есть даже если мы посмотрим сейчас, потери российской армии снизились в десятки раз. Там... Да, да, да. С чем, это не, несколько факторов. Во-первых, уже российская, как в живой силе, так и в технике. Уже российская армия, она потеряла потери. 36 были, тысяч солдат, да? Да, но потери были, пропорции были 1 к 8, 1 к 10 в пользу Украины. Угу. То есть те, которые обороняются, они теряют намного меньше. Угу. Россия сильно наступала. Я был там, где соединяется Буча и Ирпень, там угу. как горлышко, так место угу. Очень узкое, и российская армия могла наступать дальше только по этому месту. Угу. Дальше они рядом были реки, там места непроходимые. И там офисное здание было. Я говорил с владельцем этого офиса. Он говорит, они шли волнами. Я не могу понять, откуда их столько было. И их там убивали. Он говорит, перед моим офисом невозможно было наступать. Столько убитых трупа. Русских солдат было. Но они как этих самых, как будто их накачали наркотиками. Зомбированы. Они шли. Все время по них стреляли, но там их задержали. Дальше они не пошли. Но для них человеческая жизнь это не представляет никакую ценность. Потому что, как говорил Жуков, нарожает. Еще Россия большая, Сибирь большая. Если мы наберем 50 человек с одного села, от этого села до следующего 150 километров, и никто не будет знать, какие у нас потери. Угу. Если сейчас я прочитал, в каком-то там в селе похоронили парня в начале июля, который погиб еще в апреле. Их держат, трупы держат в холодильниках, чтобы по очереди так отпускать, да. чтобы не было такого шока. Чтобы не создавать, да, да. паники. Хорошо. На данный момент вы общались там с коллегами. Как обстоит, я так понимаю, что вот с чем связана сдача определенных позиций. Вчера Шойгу доложил о том, что Луганск полностью освобожден. Украинцы там говорят, что это был тактический ход. Но мы имеем на сегодняшний день занятый Херсон, практически занятый Луганск, практически Запорожье и так далее, и так далее. С чем связаны это вот эти? Практически, но да. не в реальности. Ну, не все. Ну, я разговар... Это связано с тем, что в Украине человеческая жизнь представляет наивысшую ценность. И не было смысла пожертвовать 2000-3000 украинских военных ради цели там сдержать какой-то там удержать какой-то населенный пункт, который полностью разрушен. Уничтожен. Как говорил этот военный преступник Гиркин, мы можем взять еще 100 таких городов, как Северодонецк угу. или как. Но это нам не поможет, потому что украинская армия живет. Мы не разбили украинскую армию. Украинская армия становится сильнее изо дня в день. И все больше и больше и больше помощи поступает. И вот сейчас я видел сообщение там одного американского конгрессмена. Он говорит, он был на базе, где тренируются украинские летчики. Они тренируются на F-16 и скоро, очень скоро закончат курсы. Потому что даже на эти Химарсы, где
Саудовские военные тренировались 6 месяцев, для украинских военных было достаточно до 1 месяца, потому что у них очень высокий уровень подготовки. То есть, чтобы оперировать западным оружием, нужно обязательно проходить обучение? Обязательно. Не бывает такое, потому что западное оружие — это не наш гиацинт или вот это... Град. Град 50-х годов или 30-х годов разработки. Это очень сложные компьютеризированные комплексы. И вот эти комплексы, вы видели, как? Посмотрели, показали, как Химарс работает. По дороге, по асфальту остановился, вышел парень, который остановил движение транспорта. Подождите немножко. Сделали пару залпов, собрались за несколько минут и поехали дальше. И их нельзя обнаружить, потому что все эти артиллерийские установки, реактивные установки, они имеют и радар, и они сразу определяют, откуда пришло. Так? И дают ответку. На этих они стреляют до 80 километров. То есть это элементы войны 21 века, бесконтактной, когда Соединенные Штаты дают Украине сверхсовременное оружие. То есть у них нет такого физического соприкосновения с российской армией. Они являются дальше досягаемости украинских, российских, российской армии, орудий, то есть там артиллерии. Как российская армия, допустим, с Черного моря, стреляют с кораблей, с платформ. По... Ну, вот 152-й калибр или другие там. Ну, допустим, до 30 километров или 40 километров, а вот этих до 80. Вот если... И ты не сможешь определить, потому что пока долетит этот снаряд, он уже уезжает. И они могут ответить, но в пустом поле. И то есть пока это все, ответка придет, там уже никого не будет. Там уже никого нет, да. И это очень мобильные, очень современные, очень точные. И они просто недосягаемы для российских ПВО. Вот смотрите, что было на Змеином острове. Я говорил в многих передачах, что и в Румынии началось это, что вот... Какая была цель? Вот, для чего этот остров это нужен такой, был России? Это, там ничего нет. Такая опасность. Это для Румынии, для весь НАТО. Это Змеиный остров, это чуть не затопит всю Европу. Я сказал, не переживайте, ничего не будет. Не представляет никакую ценность. Потому что у России нет... Этот остров, он представляет опасность, если у тебя 100 тысяч этих десантников готовы к высадке. И тогда ты сможешь им обеспечить там ПВО, поддержку. А если у тебя нет... Для прикрытия, да? Для прикрытия. И радары там, и... Да, но украинцы разбивали вдрызг. Они россияне, в течение двух недель разрушили все. И россияне таскали туда, возили 3 месяца или больше, возили кораблями оборудование, радары, оружие, ракеты, питание там. То есть как подстанция. Личный, да? Состав, все туда возили, а уехали на 2 катерах. Ну там погибли и украинцы тоже, я так понимаю. Когда? Да? Что, вообще не... Нет, не было там украинцев, потому что они, пограничники, они были взяты в плен. После этого не было там... Не было ни одной попытки высадки на Змеином острове, потому что украинцы прекрасно понимали, что это бесполезная драка. Тот, кто будет на Змеином острове, может прилетать на нем любые там ракеты со всех, с Азовского моря, с Каспийского моря. Все время они будут под прицелом. Почему просто не разрушить был этот остров и все? Ну, нельзя разрушить, кроме атомной бомбы, потому что это скалистая порода, вулканическая порода, это очень... А там камень такой? Там камень, да. Угу. Там не болото, там я камень. Я понимаю, но я просто себе не представлял, насколько это просто. Это очень большая победа для украинской армии. Как получили ракеты, способные достать Змеиный остров, они снивелировали все и разрушили все. И они... Чем... Это же был акт доброй воли. Ну, понимаешь... Это же благ доброй воли России. Чем больше ракет прилетают по русской тем армии, тем этот акт он усиливается и случается чаще.
Что было на этих нефти, как они, эти платформы, которые украинцы вот, да, 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 это буровые платформы, нефтедобывающие, украинские, они которые добывали это. Газ. За эти 8 лет они украли на 12 миллиардов долларов украинский газ. Вау. И там было минимум 120 солдат военных на каждой из этих вышек. Just там были радары, там были... Just a moment. На каком основании Россия забрала нефтяные платформы? Потому что Россия посчитала, что Крым это уже российский, и все, что там, эти воды, там это... Подождите секундочку, Крым российский, тогда надо было сказать, давайте, ребята, мы вам заплатим за платформу, а так не получилось. Не-не-не, там не получилось, как заплатить? Россия же не привыкла платить, они только при помощи своих солдат добывают все, что... Что там добывали? Газ. Газ, который обеспечивал Крым. И сейчас их что, уничтожили? И сейчас их уничтожили, и навряд ли. Прямо уничтожили полностью? Ну, если там прилетало пару ракет по каждой из этих вышек. Хорошо, а российское ПВО где? А российское ПВО из-за кривизны земли. А она что-то там не туда смотрела. Интересная вещь. Еще один вопрос. Есть такой сайт, на котором идет отсчет времени по сносу Крымского моста. Ваш прогноз, Украина разрушит его? Украина разрушит при первой возможности. Как будет? Но в Украине тоже некоторые думают, что если мы разрушим этот мост, то они применят ядерное оружие. Но я в этом не верю. Навряд ли Россия применит ядерное оружие из-за этого моста, но они готовятся, они знают, что это прилетит. А есть ли смысл в разрушении моста? Конечно, есть смысл, почему? Потому что вся помощь идет через Крым. Хорошо, война закончится, я думаю, что наладятся все-таки мирные отношения, сотрудничество с Российской Федерацией. Нельзя будет этот мост использовать в мирных целях? А зачем? Если Крым перейдет к Украине, вернется к Украине, то нет необходимости. Необходимости в мосте нет. Ну, как использовать его, как экономический, допустим? А Россия построила этот мост, потому что не было прямого доступа в Крым. Uh-huh. И это считалось для Путина, это дело своей жизни, чести. И построили, как не издевались, но мост построили. Да, ценой там почти 10 миллиардов долларов. Что такое для России 10 миллиардов? 10 дней продажи газа, даже меньше, в Европу, это не проблема. Да. Они продают еще... В Средней Азии, ну, в Китае, в Индию, в Японию и так далее. То есть в день они там получают более миллиарда. То есть это было. Дело в том, что они получают, но Россия не была готова. Эти деньги были рассчитаны на какие-то затраты. Сейчас они объявили, что секвестр очень сильный, сильно сокращают все инвестиции в медицине, в науке, в строительстве дорог, ремонт и так далее и тому подобное. Потому что они рассчитали на 3-4 дня, ну максимум 2 недели. А потом каждый день Россия теряет, теряет Россия? Почти миллиард евро в день. Сколько они за газ на получают? Войну? Да. То есть все, что продается за газ, все тратится туда. Колоссально. Как скоро мы станем свидетелями того, что украинская армия перейдет в наступление? Вот как поступят специалисты, считаю, что в августе, в начале августа, когда сейчас у них до 10 этих хаймарсов, а когда будут 100, то тогда будет ад на земле в той зоне. Хорошо. Украина, допускаем, Украина получает новое современное оружие, начинает наступление, освобождает свою землю, выдворяет Российскую Федерацию за пределы Украины, освобождает Крым. Что дальше будет в России? А в России дальше могут быть несколько сценариев. Какие? Это лучшие друзья Путина уберут его. Как Сталина? Как Сталина, как других, потому что... От Советского информбюро. Да, потому что традиция такая. Никуда от традиции не денешься. То есть нет человека, нет проблемы? Да. Уберут его, и хотя он будет сопротивляться. Как это будет выглядеть? Очень интересно, как это будет выглядеть. Он не будет согласен с этим. Ну, с этим никто не согласен. Господин Арестович говорил, что если вдруг, я помню это где-то месяца полтора, если вдруг Путин примет решение о применении ядерного оружия, то
благодаря кое-кому его телохранители станут миллиардерами. Ну, я это слышал, это предположение Арестовича, он иногда меняет свое мнение, свои высказывания. Арестович, он как бальзам для души в Украине. Угу, это человек, да. Вечерний который... успокоитель. Да, он как успокоитель, и он правильно делает. Потому что люди смотрят на Арестовича и думают, что не все потеряно, что мы... А так и на самом деле? Так и есть, да. Так не и все есть. Потеряно? Не, почти ничего не потеряно в Украине. Они потеряли многое. Они потеряли страх перед Россией. Еще на третий-четвертый день. Они потеряли... мнение о том, что Украина – это маленькая, недоразвитая страна, что у них слабая армия. Сейчас они верят в себя, верят в армию, верят в президента, верят в военных. И они верят, что у них прекрасное будущее. Я хочу сказать, что Украина, вот то, что не понимает наша местная власть, угу. Как говорили, как когда был Мир Часнегур президентом и... Ельцин, они говорили, местный президент, президент местного значения. Так. Чего не понимает наш, это то, что мы должны быть очень близки к Украине, потому что Украина станет одной из самых-самых мощных стран и развитых стран Европы. Вы представляете себе, 750 миллиардов евро только в модернизации Украины. А у Украины есть все. И запасы газа, и запасы нефти, и запасы урана, и угля, и все, что хочешь. Украина – это аграрная страна, которая... Вот я говорил об этом в середине военных действий. Я сказал, что Европа испугается усиляющейся Украины. Вы мне тогда сказали, нет, потому что украинцы... Не могут испугаться, потому что у европейцев другой менталитет. У западных людей другой менталитет. Я вот жил 5 лет в Ираке, как с 2003 года. Я туда поехал, когда я был еще в Ираке, когда поймали Саддама Хусейна. Я был там, я все это видел. И вся русская, российская пропаганда, они говорили о том, что американцы поехали туда, потому что там запасов нефти. Нет у них такого понятия, пойдем заберем. Они за все платили. Они все покупали. Зачем понадобилось убивать Саддама Хусейна и свергать его режим? И оружие не нашли, ни химическое, так, не американцы его убили иракцы. А потому что там был, я видел своими глазами документальные кадры, кинохроники, когда хоронили 800 с чем-то детей, потому что... вот эта иракская армия Саддама, они пошли в наступление на курдов. И все взрослое население ушли в горах. Они прятались и ловили только детей, убивали детей. И когда они хоронили этих детей. Он совершил химическую атаку над своим народом. Убивал сотни... То есть химическое оружие все-таки было? У них химическое оружие было, да. Он убивал методично своих людей. И если бы он убил только внутри страны, я сомневаюсь, что они кто-то поехал туда против Саддама. Но он начал уже вначале в Иране, потом в Кувейте. Он уже объявил себя великим региональным лидером, он хотел пойти дальше. И его предупредили несколько раз, он это не понял. И там, ну, американцы ушли, дали им право избирать, решать и самим свою судьбу. Убрали тирана, и весь народ вышел на улицы. И сейчас как живется в Ираке? Ну, сейчас при помощи террористов Ирана и поддержки там, российской и других, там бывают проблемы. Но если их оставят в покое, то они будут жить прекрасно. Как в любой другой стране, где нету террористов, где нет этой интеллигенции. И в этом европейцы, они не так думают, что вот мы давай... Почему они не уничтожили Россию в 91 году, когда она была слабой, когда умирали с голоду? Они помогали тогда. И Америка помогала, и Европа. На 58 миллиардов долларов Америка отправила только питание в России. И Жаски ничего... Буша. Да, они хотели иметь партнера. Нормального партнера. Потому что они верят в это самое, в свободную экономику, в конкуренцию. Они не верят в тех понятиях, как верят в России. Что вот я сам решу, потому что у меня ком там работает или как у нас. Поэтому они хотят, чтобы иметь предсказуемого партнера, человека, который может, на котором можно положиться. Они хотят иметь
условия для всех. И нет такого, что вот приезжать, к примеру, немцы говорят, мы хотим вложить 100 миллиардов евро, но мы хотим контролировать вот эту отрасль, вот эту отрасль, вот эту. Такого не бывает у них. А они за свободный рынок. Они так привыкли. И они не думают, что можно по-другому. Но, к примеру, такие страны, как Ирак или как Россия, они не привыкли еще к этому. Они остались на 200-300 лет. Окей. Запад говорит о том, что будет давать оружие с условием, что Украина не будет нападать на Российскую Федерацию. Можно ли гарантировать, нет, что Украина... Нет такого. Все это ложь? Нет. Помнишь, как все началось? Мы не поможем, мы не хотим помочь Украине, потому что через 3 дня Украина будет оккупирована, и наше оружие попадет к России. Потом мы не дадим самолет, а сейчас уже готовят летчиков для F-16. Мы не дадим танки, потому что это может быть как наступательное оружие. Сейчас уже дают и танки. А сейчас объявил Байден, что дадут Украине 600 американских танков. Дают еще 500 этих установок, артиллерийских установок, и так далее, и тому подобное. И ракеты, и другие, и все это. Этот потолок, он все отодвигается. Да. И я не исключу, что дадут все оружие, которое, даже Патриот сейчас в работе дадут, кроме ядерного, конечно. И дадут и самолеты, и дадут все. Ну, понемножку. Дозированно. Хорошо. Украина может двинуться на Россию? Потому что некоторые даже российские политологи говорят, что не исключено, что по окончании войны Украина придет и в Москву. Нет, не пойдет. Нет, у них другой менталитет. У них не менталитет завоевателя, который живет только за счет завоевания. Нет, у украинцев, они хотят, чтобы их оставили в покое. Да, но и Россия состоит не только из орков. Там есть и интеллигентные люди, которые поддерживают Украину, которые против войны. Я согласен, да. 80% поддерживает Путина, а 15% это все-таки... Я думаю, все-таки больше процентов. Это 20 миллионов. Да, я думаю, что больше. Но с остальными нужно время очень долго, чтобы... Поменялось. Чтобы это самое из головы ушли. Ну, говорят, что даже на генетическом уровне есть какие-то... Ну, кое-что есть, да. Кое-что есть. Как вы считаете, в случае победы Украины, на которой вы настаиваете, то есть, что это будет однозначно, судьба Лукашенко будет предрешена? Ну, судьба Лукашенко будет предрешена, если он решится напасть на Украину. А если нет? Ну, он сдерживает-то все? Ну, сдерживает, но сотни ракет были запущены. Ну, не белорусские уже, они были у российских. Да, но с территории Беларуси, да. И Украина, и Зеленский, говоришь, мы понимаем, что народ здесь ни при чем. Но если народ пойдет, то тогда им будет плохо. И у Лукашенко он сядет рядом с Путиным на скамею подсудимых. То есть думаете, что будут и судить? Если Путин останется жив? Были случаи, когда сдавали страны, сдавали своих бывших руководителей, вот как Милошевича и других. Ну, не сразу, а сдали в счет отмены санкций, там, помощи и так далее. Можем поменять Дадона на газ? Дешевый. А, ну что, дадут баллон газа? А почему баллон? Фигура-то крупная. Ну... Килограмм на килограмм здесь. Да нет, я думаю, может быть, все-таки... Не, он для России он не крупная фигура. Нет? Россия от него отказалась, потому что, ты видел, он хотел должность в «Газпроме», «Роснефти», он пытался, но ему ничего не дали. Он был списан на берег. Кстати, насчет должностей, мне позвонили на днях и рассказали, что когда началась эта спецоперация, двум лидерам, значит, в одном районе юга Молдовы, русскоязычным, я не буду говорить, какой это район, значит, между мэром и председателем района ужесточилась конкурентная борьба, потому что и тому, и другому пообещали должность губернатора Одесской области. Так что, если вы насчет Игоря Николаевича сомневаетесь, то вот видите, какие у нас, оказывается, у нас
Какие есть люди? То есть, если российская армия приходит в Одессу, один из руководителей одного южного района Республики Молдова становится губернатором Одесской области. Ну, я думаю, что многим обещали вот эту должность. Я спросил господина Кику, он вот здесь тоже был, мы сделали интервью. И говорю, правда ли, что вы уже переговаривали с Игорем Николаевичем, потому что планировалось, что Игоря Николаевича вернут победоносно в дворец президента. Не знаю, правда, какой бы механизм это был. Вот. Ну, хотя для России... на российских танках да, любое, можно куда да. угодно въехать. Да. Я просто себе не представляю, как бы они что, пришли бы, Майю Санду выгнали из дворца. Или... Она бы сама ушла. А ее бы защитил Гросу с Попшоем. Ну да, значит все. Тогда... Вот, и... На чем остановились я уже с этой шуткой? И господин Кику сказал, я говорю, это правда, что вам, что вы просили у господина Дадона, вы говорю, у меня дошли слухи, что вы просили у господина Дадона должность премьер-министра. Он был очень осторожен и сказал, я тоже слышал спекуляции по этому поводу, но, говорит, я с господином Дадоном последний раз общался, когда поздравил его с днем рождения, все. Больше мы не разговаривали, но такое, в общем, такие вещи муссировались, видите, и даже должности губернатора Одесской области. И в Украине у нас многие готовили себе парадные мундиры. Притом обещали да. эти должности, обещали из посольства Российской Федерации, как ни странно. Да, это возможно, конечно. А для чего? Смысл? На свою сторону перетянуть кого-то? Ну, были разные сценарии. Высадки десанта в юге Бессарабии, чтобы оттуда через южные районы Молдовы поехали сюда. Им нужна была помощь местного населения. Выйти на Тигину, да, Приднестровье и вместе с российской армией поехать дальше. Ну, сейчас в Киеве тоже. Вот у меня была встреча с журналистами, с военными аналитиками, с специалистами, и они говорят, у нас две проблемы, кроме России. С Россией это уже не проблема, это война, это борьба на смерть, на жизнь, на смерть. А есть две проблемы, это Молдова и Белоруссия. Белоруссия... Что с Молдовой? Белоруссия, бог с ней. Ну, белорусы, они всегда там угрожаются, что вот мы пойдем с нашими деревянными танками на Украину, а у нас в Приднестровье это ограниченный вот российский подошли. Контингент, который может представлять угрозу для Украины в случае чего. И поэтому... Ну, Приднестровье уже заявило, что они... Так дело не в Приднестровье, дело в российской армии, которая находится хорошо, в Приднестровье. Хорошо, что будет при победе? Вот Украина победила в войне с Россией. Что будет с Приднестровьем? Продолжит вот это существование, вот такое вот мафиозно-аморфное образование, через которое будут продолжать украинские бизнесмены, российские, американские, отмывать деньги, получать мешки, кульки и так далее. Ну, я сомневаюсь, что сейчас уже отмывают так, как отмывали раньше. Ну, закрыто пока это вот, да, таможня. Банковские переводы. Ну, и я имею в виду... Украина... давайте обсудим этот вопрос потом. Давайте. Сейчас мы получаем российский газ через северную ветку. Она идет Украина, Молдова, на юге, часть идет в Приднестровье. Угу. Через 2 года вся Европа откажется от российского газа, который идет... Однозначно? Это однозначно. Все думают до конца этого года, а Украина точно откажется. И по этой ветке куда отправлять газ? Но они обязаны все равно... Румыния сможет через год обеспечить полностью себя. Я слышал уже, да, с Черного моря начали? Да, начали, но не полностью обеспечивать себя. Но через год, наверное, это будет полностью обеспечивать себя. И они купят... Сейчас решаются многие вопросы по доставке газа и с Израиля, и с Алжира, и с это самое, Ирак, Азербайджан, много. Да, господин Спунов сказал, что из Азербайджана. Да, много газа. У нас много. Есть газа много, но они все думали, что можно сжиженный газ из Катара, из Америки, из отовсюду. Вот это этот газопровод, который идет. Он обеспечивал Румынию, на Балканы туда, Болгарию. Болгария сейчас уже не получает. Украина не возьмет. Болгария уже не получает российский газ? Нет. Они же объявили, что они уже из Америки покупают. Да, я не слышал. Может быть, там часть поступает, но Россия объявила, что они отключили этот газ для Болгарии.
И вы думаете, что Россия будет отправлять газ по этой ветке только ради Молдовии. Приднестровья? Нет. Даже Молдовы нет. Только ради Приднестровья? За для сколько там они потребляют? Миллиард или 2 миллиарда? Только чтобы заполнить эту трубу, нужно там 5-10 миллиардов. Я слышал, что количество... И Украина закроет этот транзит. И если Приднестровье не получит бесплатный газ из России... Все. Все, правильно? Банковские переводы больше не поступят. Потому что у них сейчас большие проблемы, потому что не получают. Не Но идут. Они прекрасно пользуются молдавскими банками. Они пользуются... Нет, из России поступили. А, из России вы имеете в виду? Да, из России. То есть это поддержки от пенсии? Поддержки, да, финансирование там. И даже для русской армии. Российская армия не получит деньги. Но будут наличка из посольства привозить. А как? Из посольства. Как они получат наличными... Дипломатической почтой. Ну, сколько могут они получать оттуда? Но посольство существует? Да, есть посольство. Дипломатической почтой. Пару миллиардов в год и... Ну, миллиард долларов этот, он весит тонну, 100 долларовых купюрах. В чеках American Express. Да. Обналичен. В Молдинком банке обналичен. Хорошо, что будет с Приднестровьем? Газ закроют. Дальше что? Все закроется. Ликвидируется администрация? У них не будут средства, они придут к нам. Помогите, пожалуйста. И это уже зависит от... А как же Игнатьев уже не будет министром иностранных дел? Не? Не знаю. А Украина, я думаю, что Украина ведет против Приднестровья жесткую блокаду. Ну, у нас есть случаи, когда мы через территорию Молдовы туда поставляем все остальное, не проблема. То есть при желании, если оттуда будут приходить денежки, можно будет отсюда, как и печати давали, как и паспорта давали. Да, да. Бабло всегда побеждает. Лучший друг Приднестровья – это Республика Молдова. Я о чем и говорю. Хорошая фраза. Лучший друг Приднестровья – это Республика Молдова. Так что надежды на урегулирование призрачные, да? Ну, смотри, пока существует этот формат 5+2, он ничего не дает. Это как массаж деревянной ноге. Массаж деревянной ноге. Это бестолковый формат, он привел только к тому, чтобы Приднестровье давали больше и больше прав. У меня сегодня был один гость, и он просил, узнал, что вы будете здесь, он просил задать вам такой вопрос. Вот много шума вокруг складов колбасни, и он просил так сказать: господин Шалар, а вы уверены, что там находится 28 тысяч тонн снарядов? А вы уверены, что их не продали? Никто не уверен, но там много. Никто не уверен. Их было даже в начале 40 тысяч где-то, мне кажется, но потом продали и продали. Все-таки продали, да? Продали, много продали, списывали и продали. Все, что там есть, оно не все непригодное к употреблению? Ну, оно даже очень пригодное. А, то есть без проблем, да? Да. Значит, этот человек отчасти оказался прав. Да. Потихонечку можно продавать и жить. Это делается с разрешения Москвы или местные? Да, местные, они могли списать, списывать все это, что-то на какие-то учения, на подготовку. И продают. И продают, да. Хорошо, а вы говорили, что там есть какие-то вертолеты еще, да? Вертолеты, танки в Приднестровье есть? Есть вертолеты, 26 или 27 танков старых. Вертолеты есть, но мы не разрешили им их вывести, ремонтировать и продлить сроки. Да, и они в разборном виде. Но для ПВО Украины или ПВО Одесской области это ноль. Это ноль. Я все пытаюсь понять, когда говорят, что есть опасность для Украины со стороны Приднестровья. В чем эта опасность? Вы говорите, что там вообще ничего практически нету. Все какое-то старое рухлядь, танки разобраны, вертолеты разобраны, танки непонятно что. Меня с Киева часто спрашивают что насчет там? Этого. Да. Я всегда говорю, Приднестровская армия – это армия любителей, в котором офицеры утром приходят на работу, работают, служат целый день, вечером идут домой доить корову.
Это люди местные, которые устроились на работу, потому что негде было в другом месте устраивать. Там есть российские офицеры? Там есть. 30% всего состава – это россияне из России. Остальные тоже граждане России, но ни разу не были в России. А как эти вот 30%, как они приехали в Приднестровье? Они, вот многие из них приднестровцы. Так. Они учились в России, потом их отправили сюда, потому что если... Вот когда я был министром, мы их не пускали. Но если он приезжает с документами, что он там родился, что он из Тирасполя, нельзя его не отпускать, не пропускать домой. А когда был Дадон президентом, он снял все эти ограничения. Они просто приезжали под видом туристов, там в гостях где-то, и уезжали туда. Хорошо. И эта армия, она не представляет никакой опасности. Абсолютно. Без российской армии. Поэтому они рассчитали, что или они могут создавать прецедент, вот типа мы нападем, потом скажем, что на нас украинцы напали, нас убивают, и Украина будет повод там начинать какие-то действия против Молдовы или побольше бомбить украинские города. Но это и сейчас происходит. И когда остров Змеиный и когда этот крейсер Москва еще жили, русский корабль, который пошел, когда они были в живых еще, у них было в планах высадить десант в Одессу и в Южную Бессарабию, там Белгород, Днестровск, Измаил, даже попытались несколько катеров, несколько раз по каналам, секретным каналам Дуная, в устьях Дуная. Они проникали, их остановили, они вернулись. Как они туда попали? Российский десант? Российский десант, да. Они... Вот сейчас уже, в эти 3-4 месяца? Да, да, да. Угу. Ну, я говорил с представителями военной администрации. Угу. И их вернули, но... У них всегда было в планах высадить десант, приезжать по территорию Республики Молдова, пройтись до Бендерах, потом в Тирасполь, объединиться и большим составом ударить в сторону Одессы или даже в сторону Киева войти. У них всегда это было в планах, и поэтому они в этом мост разрушили несколько раз. Лимановский, да. Угу. Есть еще два вопроса, которые я не могу не задать. Это тоже поступили от наших телезрителей. Вам, как лидеру на данный момент партии, которая ставит цель объединения Республики Молдова и Румынии, каким вы видите будущее гагаузской автономии в составе объединенного государства? Как это будет? Чтобы не было каких-то противоречий, протестов и так далее. Это немножечко не... Ну, как бы все увязано, но... Если кто-то заинтересован в этом, пусть возьмет румынские законы и статус гагаузской автономии и увидит, что уезд в Румынии имеет больше прав, чем наша автономия гагаузская. Угу. Там права выше. И Румыния всегда ставит в пример всем европейским государствам в плане соблюдения прав национальных меньшинств. Обеспечение учений, учебы на родном языке, функционирование родного языка в населенных пунктах и в этих уездах. Смотрите, что творится, где те самые... Если больше 10 или 13% национального меньшинства, то уже все должны знать и язык национального меньшинства в этом населенном пункте. И то, что у них там больше прав, это... 100%. Просто наш народ не знает, их пугает, что придет румынский жандарм, он вас всех заставит там учить румынский язык и так далее. До войны, румынский язык она и так учит. Да, до войны гагаузское население, оно было очень лояльно румынскому государству. До Второй мировой войны. Они были лояльны, они чувствовали себя хорошо. Они говорили только хорошими словами о румынской администрации, не было таких проблем. Сейчас они
многие являются жертвами российской пропаганды и местных властей, которые они работают на Россию и против Республики Молдова. Как вы думаете, будет ликвидирована автономия? Я не думаю, потому что если... Ну, в принципе, Румыния – это унитарное государство. И если но будет... у них автономия – это культурная больше, да? Если я правильно понимаю. Гагаузская автономия, она... Да, но можно создать уезд Жудец, который, в котором войдут все... Все, которые сейчас находятся. Все, вот которые сейчас. Они сами будут выбирать себе руководителей, сами будут выбирать примаров и так далее, депутатов. Местная администрация. Местная администрация. Но просто у них будет больше прав и больше дотаций. Они получат больше денег от Евросоюза, и от румынского государства, от центрального государства. То есть никто приезжать, расстреливать, уничтожать ГГУЗов не собирается? А за что? Ну, там ну, такие... Вот я был в Румынии, у меня много знакомых русских, которые... этнические русские, он болгар, украинцев, которые там живут, они говорят на два языка, и они чувствуют себя прекрасно, им ничего не надо. И гагаузов знаю. Много в Румынии гагаузов? Нет, немного, но которые есть, они очень большие патриоты. Угу. Вот возьмем Ивана Пацайкина, русский, угу. Сустьев Дуная, русский, который был многократным спортсмен. Олимпийским чемпионом и чемпионом мира и Европы и так далее. Ну, он был большим-большим патриотом. Ну, я знаю, что после революции часть российской интеллигенции, после Октябрьской революции, переехала и жила долгое время в Румынии. Очень многие жили, да. Там вот, я забыл фамилию этой знаменитой актрисы, которая всю жизнь прожила в Румынии, все свои годы. Да, и второй вопрос, господин Шалару. Есть второй вопрос, тоже от нашего телезрителя. Меня просили узнать, если исключить просьбу Михая Гимпу о вашем увольнении, за что Игорь Николаевич Дадон подписал указ о вашем смещении с должности министра обороны? Ну, знаете, я хочу быть корректным. Откровенным, если можно. Корректным, потому что процедура такова. Я был министром обороны от либеральной партии. Да. Правильно? Они мне отказались в политической поддержке. Угу. И лидер партии Гимпу написал письмо премьер-министру о том, что отзывает мою поддержку и просит... отправить письмо президенту, чтобы меня убрали. Ну, премьер-министр мог отказать. Он не мог, потому что правила вот этого альянса были такими. И они отправили, когда еще последние дни президентства Николая Тимофти были. Да, Тимофти отказал. Тимофти сказал, мне не за что уволить министра про НАТО, про европейского и большого патриота. У меня к нему нет претензий. Так. И вернули это. Премьер-министр мог то же самое сказать? Премьер-министр не мог, потому что... Абстрагируемся от политического, как государственный муж, как государственный деятель. Он мог тогда сказать, вызвать Гимпу к себе и начать с ним поговорить, вот давай. А Гимпу мог сказать, что я ухожу из альянса тогда. И разваливается правительство. Вот в чем проблема. Потому что это политическое правительство, и был альянс. Я не мог там быть и единоличником. Да, но президент отказал. Тимофти отказал. Гимпу не вышел. Тимофти мне позвонил и спросил, что делать. Я говорю, лучше оставьте вот это грязное дело Дадону. А, то есть вы передали. Потому что... А Дадон сказал... Он сказал, когда я буду президентом, первое дело, я уволю Шалару и гражданство Басеску, аннулирую. Аннулирую, да. Вы встречались с Дадоном? Нет. А знакомы лично? Нет, не было. Пару раз в парламенте были стычки у нас, но так... А так вот где-то на каких-то... Никогда. Абсолютно ни о чем. Просто хотел сказать. И вас уволили, он подписал декрет о вашем смещении абсолютно никак не... Как вы узнали об этом? Из прессы? Ну, сразу же получил от него. А. Да, получил утром копия указа, декрет. Номер. А вы могли не подчиниться? Нет, ну я не могу не подчиняться. Это законный президент был. Большинство выбрало его. Но ведь руководил республикой на тот момент Владимир Георгиевич Плахотнюк.
Видимо... Вы могли? Да. Позвонить Владу Георгиевичу, тем более, насколько я знаю, у вас были неплохие отношения. Ну, у нас не было никаких отношений, но мы не... Не конфликтовали. Не конфликтовали и не сильно... А он ради вас не хотел бы портить отношения с Додоном, да? Получается как-то так. Да, я думаю, что ему было все равно. И, ну, если бы у меня с ним были хорошие отношения, как говорили некоторые, то я бы ему позвонил, он, наверное, позвонил Додону или Гимпу, или это. Да. И да, но так. Мне даже не приходило это в голову. Ну, у меня, в принципе, на сегодня все, вопросов больше нету, и все будет Украина? Все будет Украина. Хорошо. Огромное спасибо. Украина победит, и зло будет наказано. Дамы и господа, это был Анатол Шаваров, экс-министр обороны Республики Молдова. Я думаю, что вроде бы все вопросы, которые мы планировали на сегодня, мы ответы на них получили. Любите, жалуйте. До свидания. Всего доброго.